Правоохранники детям. У Гомельской области реализуется совместный проект Головного управления адукации и управления внутренних справ «Профилактика». У 6-й школьный день во установах адукации региона организуются адукационно-правовые и спортивные мероприемства. А кроме навученцев, удел у проекте принимают батьки, наставники, спортсмены. Так, например, у спортивной зале 45-й школы Гомеля встретились три команды – учнів старших классов, батьков и специалистов инспекции по справах неповнолетних чыгуначнага РАУС Гомеля. Их чекало выпробование с 9 эстафет. По выниках перемогу отримала команда школьников.